Приветствую всех, сегодня речь пойдет об обновлении в игре Black Desert Mobile от 28 сентября на корейских серверах игры. Первое, что у нас добавилось, новые территории в Мидии, в верхней части. Добавился также у нас уровень до 66, до 67 они подняли. Добавилась дроп бижутерия. Красные, в частности, пояса. Добавилась у нас в магазин специальная коробочка в честь 200 дней запуска игры. Она дает возможность выпадения рандомно либо 2000 кусков, либо различных камней на рунных камней на разные характеристики. Либо это скиллы, либо это на основное оружие. Либо всякие увеличивающие статы и вплоть до последних нескольких камней, которые они добавили в игру. Следующее, что у нас добавили, это титулы в игру. Те, кто активно участвует в жизни кафе-форума, они добавили дополнительный титул. Также у нас добавили возможность автоматического разбора голдовой биржи. 75 уровень нужен Черного Духа, как минимум. Исправлено отображение знаний, когда мы завершаем, когда мы получаем уровень на босса дополнительный. Не забываем также забирать награду. Изменено у нас использование автоматическое применение украшений на приватной территории. Добавили у нас, понизили уровень использования боссов на приватной территории с 40 до 35. И также понизили у алтаря атаку боссов. Добавили у нас 3 новых камня рунных на атаку и на бонусы различные. Добавили у нас, исправили отображение оповещения и применение бафиков на дроп как с боссиков, так и хот-тайм. И немаловажное обновление, это изменили количество сертификатов, необходимых для получения определенной вещи, либо же прокрутки рандомных для мифического класса, для оранжа. То есть понизили до 800 сертификатов и до 2640, если мы конкретно что-то хотим достать. Что у нас еще добавили? По ивентикам. Первый ивентик это у нас на боссов. При убийстве боссов у нас есть шанс до первого апдейта в октябре, в начале, выпадения 300% с боссов всех итемов. Расписание боссов осталось такое же. Следующее, что у нас добавили, это получение вещей. Действует это с 28 сентября до 5 октября. В определенное время вы получаете различные интересные плюшечки, так что не забываем заходить в игру и получать их раз в, получается, 3 раза в день в различное время. Также касательно ивента на босса, с 28 числа, если вы ходите больше 14 раз на мировых боссов, вы получаете яйцо с рандомным дропом. И последний ивентик, это вот изменение как раз ход тайма, точнее. Время применения и также в честь Нового года
они увеличили время с 12 дня до 12 ночи. 100% дропа и 100% опыта. Это вот касательно обновления игры на корейских серверах от 28 сентября в мобильной игре Black Desert Mobile. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.